Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Противовоздушная оборона Карелии, меня зовут Санчес. Многие охотники, уже практически все гусятники, выложили видеоотчеты из своей весенней охоты, кто, соответственно, открылся. Этой весной, к сожалению, охоту у нас отобрали. Очень грустно было этой весной. Сегодня мы едем в Санкт-Петербург за патронами. Вот, и, соответственно, я решил в дороге поговорить об этой теме по поводу весны, которую у нас отобрали. Мы все равно ездили к себе на болото, а потом далее я ездил в поля смотреть, какое количество, какой гусь преобладает и так далее. На болото мы ездили на 5 дней где-то, посмотреть что-то, как поснимать видеоролики. Что я могу сказать, гуся было большое количество, на ночевку гусь летел очень охотно, гуся было много. Гусь был такой бесстрашный, он не боялся вообще абсолютно ничего. Мы подходили к одиночке даже метров, наверное, на 15, может даже на 10. Он не боялся. Есть небольшой фрагмент этой встречи. Вот, можете прямо сейчас посмотреть. Это чего? Гуменник был абсолютно бесстрашный, здоровый самец, вел себя очень важно. Мимо пролетающие стаи, он на них реагировал, как бы он подавал голос, и гуси сразу начинали интересоваться, откуда идет звук, и сразу стали заходить на посадку. В итоге одна стая села в другом конце болота, вот, и потихонечку к этой стае в течение вечера начали подсаживаться другие гуси, другие стаи, и пролет продолжался, ну, не знаю, где-то часов с 7 вечера до 9, они потихонечку там летели, маленькие стаи, двоечки, троечки, там большая стая была. Потом произошел перерыв какое-то время, и на сумерках уже на ночевку гуси начали лететь очень сильно, они очень кричали, были такие активные, их было слышать издалека. Прожили мы сколько? Ну, дней, наверное, 5 в нашей избушке новой, красивой. Не могли мы не посетить наше болото. Каждый вечер, каждую зорьку мы сходили на край острова нашего и слушали, как прилетали гуси. В полной темноте, прямо над островом. Thank you.
хорошо летят. По датам, когда уже числа 12-13 мая, по идее, у нас, если бы сезон открывался, то есть он уже в эти числа должен быть закрыт. Я постоянно езжу на поля проверять, что там по птицам вообще, как дела, сколько ее, какой вид преобладает. Вот, и какое мое было удивление, когда приехал, прокатился по полям. Так скажем, зона покоя. Это было нечто. Было столько птицы. Много гуся уже к тому времени отлетело. То есть перелет был хороший до этого. И когда я приехал на поля, это было белочок и казарки, столько я еще не видел. Я видел птицу, да, грубо говоря, после закрытия охоты. Видел много птицы. Но что творилось в этом году? Я не знаю, это. Не знаю, только матом можно, наверное, выразить, но как бы ругаться не хочется. И так меня наши зрители ругают за то, что когда происходят налеты гусиные, и когда ты промахиваешься, да даже если когда и попадаешь, нецензурная ругань, которая, ну, по-другому, грубо говоря, эмоции не описать, да? Она прям преобладает. Ребятам не нравится, я понимаю прекрасно. Ну, блин, пока не очень научились себя контролировать, но мы работаем над этим. Я думаю, в будущем будет все в порядке. Так вот, что по гусям. Гусей было столько. Хотел заснять качественный контент, настроил камеру, но камеру настроил так по-ужасному, что лучше бы я ее не настраивал. Потому что настройки все сбились. Цветокоррекция, баланс белого был вообще просто ужасный, и картинка получилась замыленная. И, блин, когда я начал, вроде на камере смотришь, все хорошо, все качественно, цвета все крутые, думаешь, вот сейчас приду домой, обработаю видосы в программе, и пацаны кайфанут, охотники, зрители. Включил флешку на компьютере посмотреть в проигрывателе. Понял, что такая шляпа, просто ни фокуса, ничего. Ну, блин, взял на себя грех, и чтобы вам показать, решил все-таки смонтировать видео, чтобы, ну, не зря же добро пропадает. Все-таки какое-никакое качество, но количество птиц там в принципе видно, и моя реакция в принципе также там видна.
Ну что, парни, как-то грустно даже немножко. Душа не на месте. Зато гуси на месте. Все гуси на месте. Сегодня 13 мая. Выехал покататься по полям. Гуси очень много. Архангельск слышал, жалуется, что гусей практически нету. Ну вот, смотрите. Они все вот здесь вот. Среди слетают. Там происходит просто капец. Обратите внимание. Просто рой из пчел гусиных. Гуся просто неимоверное количество. Весь горизонт в гусе. Это такой масштаб. Ну что, мужики, вы-то как поохотились? Пишите в комментариях. Я думаю, самое время обсудить. Как вы провели эту весну? Как вы провели весну, которую мы все очень ждали? Готовились. Ждали и готовились. Целый год. Пишите внизу. На гусь там все летает, никак не хочет успокаиваться. Да. Ну, надеемся, что осенью его будет еще больше, и он порадует нас своим количеством, своей контактностью. Да? Будем ждать. Там гусь поднимается, поднимается. Ужас какой. Гуся очень много. И вообще вот так жаль. Thank you.
Это такой масштаб. Это просто... Что, парни, это противовоздушная оборона Карелии. Меня также зовут Санчес. Не переключайтесь. Вот, планов, конечно, много на осень. Ну как, немного. Очень хочется все-таки попасть на Белое море. Не знаю, как в этом году получится, попаду, не попаду. Ну, как минимум, хочется съездить хотя бы еще раз, попробовать покорить. Хочется покорить все-таки Суоярский район, потому что в прошлом году мы ездили на гуся, но нам не повезло с погодой, и как раз мы попали в тот момент, когда в тот день, когда мы приехали, пролет приостановился, и пока мы жили там 3 дня, как раз попали в тот промежуток, когда птица не летела, и когда мы только начали уезжать, гусь снова полетел. Вот, тоже не очень хороший осадочек остался после этого. Не к тому времени, что мы пропустили, да, нас просто так провели бесполезно. Ну как бесполезно, в любом случае время, проведенное в лесу и на охоте, это время, проведенное с пользой. Места очень красивые, и как бы хочется вернуться и уже показать на самом деле, что мы-то охотники, не так просто туристы, посмотреть, повыпендриваться, а хочется как бы добыть суоярского гуся. Вот, и я думаю, у нас получится в этом году точно. Надеюсь, ни планы никак не поменяются. Вот, ну и соответственно, хочется отохотиться у себя на болоте. И в этом году есть желание попробовать поохотиться на полях. На Лонинских, на родных полях, на родной равнине. Вот. Главное, вода там, чтобы все совпало, и пролет, и выходные, может, и отпуск. Ну, кто знает, посмотрим. Вот. Вот, ну ладно, ребят, спасибо, что посмотрели. Это противовоздушная оборона Карелии. Меня зовут Санчес, мы едем в Санкт-Петербург за патронами. Как вам гуси? Пишите в комментариях масштаб гусей, поведение гусей этой весной, какое было у нас в Карелии. Тоже все пишите, комментируйте. Буду рад пообщаться, поболтать. Ну ладно, мы погнали дальше. Всем пока!